А эту и другие игры вы можете купить в магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Alex Fresh. Мы продолжаем играть в паркинг симулятор, или как его там зовут. А где все? А где сотрудники нафиг? Вроде должны быть. А их нет. Так, охранник пришел. А, и кассир пришел. Нормально все. Я уже подумал, сейчас придется все самому делать. Так, все нормально. Короче, какие у нас планы на сегодня? На сегодня у нас планы достаточно простые. Именно нужно купить вот эту вот парковку. Вот эту парковку, хай-тек или хай-так. Вот, и все. Значит, с нее зарабатывать, с этой парковки. Что там будет и как, мы посмотрим. Посмотрим. Когда мы ее купим, тогда мы сможем... О, луну видно. Тогда мы сможем нанять себе еще этого уборщика. Не знаю, сколько там будет мест, столько же или нет. Но хотя название хай-тек, и по скринам, как бы, наверное, многие видели, что там будет. Если DLC уже вышло. Оно вышло? А хз, вышло или нет. Короче, парковка будет интересная там. Увидите. Сейчас бабок только соберем. Вы увидите, какая там будет парковка. Я понятия не имею, сколько это будет стоить. Но я думаю, это будет дорого. Реально, я думаю, это будет дорого. Но начальная цена невысокая. Трешка как бы. А вот дальше. Дальше это уже один огромный вопрос. Так, продолжаем собирать. Сейчас по-любому кто-то уже что-то нового накидал здесь. Но хотя бы существенно меньше будет мусора здесь. Отлично. Блин, а помните, когда мы кофем здесь занимались, так у нас тут полный мусорных пакетов был этот контейнер. Так, забор на месте, вроде на месте. Еще никто не сломал. Блин, бабок нет. Бабок просто нафиг нет. Нужны бабки. 16-16 время, денег просто ноль. Куда они уходят, я фиг знает. Или они просто не зарабатываются. Это все на охранника уходит у нас. Который не работает нифига. Я думал, может, здесь он хотя бы поадекватнее будет, но, как видите, работать он по-прежнему не научился, и по-прежнему он такой же бестолковый. Если бы он тут стоял на входе, то да, или если бы их было два хотя бы. А так, толку от этих охранников вообще ноль. Ни черта не делают. Так, мне нужна полторушка. Трешка ж там была, да, или сколько? Территория новая. Может, забор нафиг продать секции, чтобы купить. Да, трешку чтоб открыть, но там еще нужно будет что-то нам взять. По-моему, мы в первую очередь брали справа, да? Да, наверное, справа. То есть ground concrete, то есть этот бетон на землю какой-то. А потом уже дальше видно будет. Охранник новый прибежал. Никого нет, но мусор есть, понятное дело. Блин, штука 100. Пересменка прошла, а никто нифига не заработал. Вот как это так работает? Мы даже на пересменку не заработали. Хорошо, что мы ничего не потратили, потому что реально мы не заработали на пересменку. Офигеть можно. Как это так нафиг? Вот скажите мне, пожалуйста, как это? Куда он запарковался? Мусорщик этот. Давай. Мусорщик.
Не, видите? Он еще ничего не сделал, я его уже оскорбил, и он решил не мусорить. Где-то еще одна бутылка валяется. Чисто. Ой. Собака, женщина, бросила пакет мусорный. Ах ты ж тварь. Нам там калитку ломают. Где охранник долбанный? Вот где долбанный охранник? Мне на 100 баксов сломали забор. Пошел он нахрен. Я его уволю сейчас. Он только бабки жрет, он нифига не работает. Мне просто пришел этот бомжара и сломал забор. Я и так сам могу этот забор отгонять. Так его и рядом не было нигде. Где он есть? Или мы его уволили, он сразу испарился. Сейчас хоть денег заработаем. То реально у нас, блин, уже сколько? Полдня прошло, у нас косарь как был, так и остался. Бегает где-то, нифига не делает. Чертяк, вот он только бежит, а этот уже и забор сломал, и мог бы нарисовать. Если б я мог с него вычислять бабки, за то, что он не нашел никого и не прогнал, было бы другое дело. Но, как видите, он-то как бы, он просто присутствует. Реально просто тупо присутствует. Иначе это не назвать. Но он еще смену, походу, дорабатывает. До 2 ночи, по-моему, смена у него. Или хрен его знает до скольки. Вот, тогда уже будет видно. Но нам, получается, сейчас, наверное, до утра нужно протерпеть. Утром по-любому бабки пойдут. Ну, косарь уже экономия. Неплохо. Да? В прошлой серии думал, уволить, не уволить, уволить, не уволить. Думаю, ну пусть будет. Но сейчас, когда уже забор сломали, это просто было последней каплей. Мы сможем нанять его обратно, когда бабок у нас будет норм. Зарабатываться, когда еще одну парковку откроем. Хотя тут реально толку от уборщика больше, чем от охранника. Потому что уборщик хоть чистоту наводит, а охранник что, бегает? Просто вот какой-то этот спортсмен. Просто бегает по территории, нифига не делает, просто бегает. Нанимаешь такой типа, и он такой, а что надо делать на работе? Ты говоришь, должность охранник, но реально, реально. Ты никого не будешь ловить, ты просто будешь бегать по территории, как дурак. И все. И если кто-то придет, что-то сломает забор, то тебе за это ничего не будет. Он такой, огонь. А, и ЗП-шка еще. Работать надо каждый день. А, типа одна смена, там сколько часов, там 6-8 часов одна смена, и за это все будут тебе платить 300 баксов. Итого, если каждый день будешь работать, то 9 кусков в месяц. Замечательно просто. Можно мне на такую работу пойти? За 9 кусков баксов в месяц. Нет, ну, чувак в кепке, я думал, бомж идет. Так, 2700. Это мне, получается, нужно 3200, да? Потому что на мента уже на этого можно не рассчитывать. Или как его там зовут. Ну, вы поняли. На охранника. Поэтому нам важен только этот. Кассир. Потому что кассир реально облегчает нам жизнь. Уборщик тоже как бы, ну, не супер важен, но полезен. Его реально можно, знаете, как... Нанимать не на постоянно, а вот так вот редко, типа раз там нанял, он пошел все пособирал. Типа раз в день нанимать его. А, в натуре, можно же поставить автоматическое время одно какое-то. И все, и не париться. Так, у нас готово. Можем заниматься улучшением. Хай-тек. Пятерик. Мне нужен сверху пятерик. Идем смотреть. Короче, мы просто дали трешку, чтобы... Нам убрали забор. То есть за трешку нам убрали забор. Я бы его сам за трешку выкосил. Смарт-паркинг. Смарт-парковка.
Слушайте, ну блин, она не такая большая, как казалось из-за забора. Что это такое? А, под столбы. Там уже потом видно будет прям газончик снизу под песком. Будет сейчас еще эпично, если перед увольнением этого охранника у нас бомж что-то снимет с машины с какой-нибудь. Это прям будет вот идеальная комбо. Так, ну нужна пятерка, ждем пятерку, чтобы почистить территорию от песка. Поэтому просто улыбаемся и пляшем, да, как говорится. Можно, наверное... О, бежит. Где охранник? Фиг его знает. Где охранник? Ну-ка. Он еще у нас? Сейчас пробегусь. Мне просто интересно, он еще работает или нет? Или он уже ушел? По идее, до 12 ночи должен... Ой, до 2 ночи должен быть. Да, вон бежит, вон, смотри, пожалуйста. Ну, типа... Я даже не знаю, как это комментировать просто. Мне нечего говорить по этому поводу. Кстати, нам нужно огромное количество секций забора. Просто какое-то невероятное. Очень много нужно будет. Но то уже потом. Для поднятия левела. Сначала нужно для поднятия денег, а потом уже для поднятия левела. Ну, он только прибежал. Я думаю, если бы он без остановки ломал все подряд заборы, он бы... Ну, не знаю, штучек 5 успел бы, наверное, сломать. Все, ушел? А, не, дальше побежал. А, ему еще часик работать, понятно. Да. Хорошие у нас сотрудники, конечно. Вот только вот эти вот выполняют свою работу. Я, по-моему, 400 баксов платил бы, как нефиг делать. Потому что реально полезный человек. Охранник это, ну... Чисто непонятно кто. Ну что? Никто не бежит, ничего не происходит. Мусора 96, офигеть. Ну, можно чуть подсобрать, пока фигней страдаем. Пока ждем денежки. Зараза. Сейчас тут один мусор возьму и сразу хлоп. И нужно выбрасывать. Мешок наш. Ну да. Очевидно же. Так, 32 это сколько? 4 мусора. Все, охранник ушел. Нужно сейчас убедиться, что новый не придет. Хотя, наверное, и так будет видно, что он пришел, не пришел, но... Мне нужно точно знать, придет он или не придет. Отлично. Все. Охранник нафиг, 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 нафиг. Нафиг нам не нужен. Пусть приходит уборщик. А чё? Пусть посреди ночи, с 2 до 10, да? Или с 10 до 18. Давайте с 10 до 18 пусть приходит. Ой, cancel. Авто. Во. Пусть приходит, убирает. С 10 до 18. Раз в день. Не, нафиг не нужен пока что. 400 баксов. Пока нет. Отмена. Пока что собираем бабки, а потом уже. Потом уже будем думать, кого нанимать. Так, еще двушка нужна. Мне нужно срочно утро, чтобы была пятерка. Но после этой пятерки у нас еще бабки попросят. Два. Это тут. Напротив. Этот, наверное, песком засыпан. Ну, короче, 8 штучек, походу, по стандарту, да, у нас? Нужно будет загрузить. Фонари этих.
Интересно, двухэтажная будет или нет? По идее же должна быть. Четверка есть. Еще косарик. Машин много. Сейчас с утра, думаю, заработаем. Все начнут уезжать, и мы сразу пятерик сделаем. Никого не видно. Наверное, все нормально. О, 4900. Ровно причем 4900. Так. Можно бутылки пособирать. Если бы их можно было сдавать, я бы с удовольствием их собирал здесь по парковке. Но сдавать их явно нельзя. Поэтому удовольствие от сбора бутылок на парковке не такое интересное, как могло быть. Вот и все, и охранник не нужен. Единственное, что из-за бомжа нужно смотреть постоянно по сторонам. О, 5200. Идем. Идем, идем, идем. 5200 есть. Замечательно. Так. Пятерик. Потратили. Ну-ка, я правильно все сделал? Отлично. Так, ну и дальше... Ёпты, чуть не снесли. Дальше нам нужно эту парковку как-то качать. А как нам ее качать? Скажите мне, пожалуйста. Я вот, например, не знаю, что с ней делать. Смарт-парковка, окей. Стоимость обновления 2500. Емкость 0. Я не знаю, сколько там будет стоить улучшение, но 2500. И возле каждой... Да, возле каждой 2500. Так, я ж надеюсь, мне не придется ими управлять. Они там, люди сами будут этот машины выбирать. А сколько их будет? 1, 2, 3, 4... 5, 6. Понятно. Так, ну 2500 теперь нужно поднять. Как-то. Каким-то образом нужно 2500 поднять. Ну хотя вот сейчас утречко наступает. Может сейчас все поедут, или они все уже давно разъехались вот это вот в 4 утра. А, кстати, фонари можно посчитать наконец-то. Бомжа там еще нет, надеюсь. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 фонарей. Итого фонарей нам нужно на пятерик баксов. Еще заказать. Фонари на пятерик баксов. Но в первую очередь нужно 2,5. Офигеть, какой поток людей пошел. Сейчас, наверное, все массово будут уезжать. Так, слушай, подожди, а если 2,5 одна, сколько же она будет стоить? Доход с нее какой-то. Если 2,5 одна, то 5, 10... 15, 20, 25, 30 косарей нужно на всю эту парковку. И это не считая всяких там улучшений интересненьких. Хотя в то же время тут получается у нас будет... Типа разметка не нужна, а разметка стоит 200, отбойник не нужен, он стоит сотку, то есть 300. И машины тут у нас 11 там... По две, типа, да, вот место. Но я не знаю, там будут еще сверху улучшения или нет. Наверное, будут, скорее всего. Вот, итого. Ну, типа, тут 600 расходов на два места. А там на одно тире, не знаю, может, три там места будет. У нас выйдет 2,5. Как бы выгода весьма сомнительная. Кстати, бабки. Бабки идут. I've got to keep an eye on business. Никого не видно, никого не видно. Так, на выезд. Бегом, кто-то один.
У меня 2,5 уже есть, но мне нужно, чтобы было на ЗП-шку. И чтоб сейчас никто не залетел сюда к нам забор ломать. Ты не школьник? Смотри какой. Не? I've got to keep an eye on business. Не, наверное, не. О. Деньги подняли. Бомжа не видно. Все, идем. Идем пытаться улучшать. Посмотрим, что мы можем из этого сделать. Ой, а куда бабки ушли? Или только что пересменка была? Не, все норм. Так, 1, 2, 3 места получается, занимает 2. А дальше пятерка обновления стоит. Уровень 1, 1, емкость 3. Это сейчас. А сколько будет, я хз. Ну, то есть получается так, что уже машин сюда влазит больше, как минимум. Блин, надо, чтобы кто-то запарковался, мне интересно посмотреть. Надо, чтобы бомж не пришел никакой. И запарковаться надо, чтобы кто-то запарковался. Просто посмотрите, как оно работает. Как люди этим пользуются. Ну, кто-нибудь. О! Иди в пень. Да серьезно? Блин, ну иди рисуй, собака сутулая. Или он убегает? Не, пошел рисовать. Не убегает. Так, он заехал. Тачку поставила. Будет что-то нажимать? Нет, пошла просто. Ну, ладно. Дорого, дорого, но зато 3 места. Суммарно получается у нас... если... Ой, 3 на 6, 18. Нифига себе, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну да, 18. То есть 18 машин в одном ряду выйдет. Это без улучшений. А с двух это 20-36. 36 машин. То есть на сколько? На 14 машин больше. О, вон, смотрите, карусель как отработала. Другая тачка паркуется. Блин, крутяк. Крутяк. Это реально круто. Ну это как в фильмах этих... американских, там в том же Нью-Йорке, там где, да, такие парковки. Так, бомжа нет, но он, по идее, должен прийти. Потому что такое время он, по-моему, обычно лазит. Ну, короче, денег нужно много на эту парковку, но она рабочая. Вон третья тачка едет уже. Да, нет? Надо посмотреть. Да, третья туда едет. Блин, походу, людям нравится. Как минимум, машина, которая стоит сверху, бомж с нее ничего не снимет. Уже сразу, да? Выгода. Бешеная просто. Бешеная выгода. Блин, ну зарабатывать на эту фигню, конечно, долго. По 2,5, по 2,5. Это мы сейчас до конца серии, я удивлюсь, если мы соберем деньги. О, смотри, можем еще одну взять. Я пока что улучшения делать не буду. Нужно сначала сделать количество, чтобы они могли работать. А потом уже делать улучшения, чтобы они, не знаю, там мест стало еще больше. Или сколько там может быть их быть. Ну, то есть это текущий уровень показывает. 1, 2, 3, 4, еще 4 осталось. Ну, это вот 6. Итого 10. То есть на все нам нужно 25 тысяч. Так. А, это белый какой-то этот. Белая кофточка ходит. Я думал, бомж пошел. Где бомж, кстати? Нет бомжа? I've got to keep an eye on business.
Не видно, но днем он раз в день всегда приходит. То есть вот должен быть, а в какое время, я не знаю, кстати. Может, он реально в одно и то же время приходит? Я ни разу не засекал время. Но я просто заметил, что вот он приходит днем. Один раз в день. Во, еще одна машина. Блин, огонь, просто круто. Просто круто. Единственное, непонятно, как они их забирать будут. Не, ну я понимаю принцип, но конкретно в игре это будет реализовано. Или они будут приходить с той очередностью, с которой ставили машины. Ну а девка явно идет туда. А нет, обман. О, 2800. Я могу еще раз ходить. Сейчас проверим наличие бомжа. Вроде не видно. Пойдем сейчас еще одно улучшение сделаем. Но работают понемногу. Чё за нафиг? Чё за звук был? Короче, я хз, чё за звук был, но чё-то звук был странный какой-то. Ну ладно. Пофиг. Так, три парковки уже есть, офигеть. Цифра не маленькая. Может, что-то где-то сняли у нас? Так, я думаю, нужно мусор немножко пособирать. 128 это уже слишком много. По цифрам. Мне кажется, сейчас мусор просто весь собрать, и у нас сразу будет пятый левел. Это, кстати, было бы смешно. О, бежит. Говно. Я тебя ждал. Ага. Замечательно. Время 16:00 прибежал. Я фиг запомню на самом деле, но было бы очень неплохо это проверить. Эту теорию по поводу 16:00. Что он ходит в одно и то же время. Блин, там же мусора тоже много. Нужно тут тоже собрать. Там уже три бутылки валяются. Ну вот хотя бы они падают в одно и то же место. Типа меньше мусор собирать приходится. Так, тут мы не дособрали или собрали, я не знаю. Сейчас пройдусь заново, посмотрю все. Чисто. Тут прям куча бутылок. Есть. Школьника пока что не видно. Но школьник, не знаю, он слишком часто приходит, чтобы узнать, в какое время он бывает. Но вот бомж в 16:00 нужно реально запомнить. Потому что он реально приходит типа раз в день или два раза в день. 200. Денег нифига и не заработали, пока мусор собирали. Ну ничего, сейчас пару машин выйдет и сможем поставить еще одну парковочку. Ты считай, десятку уже, можно сказать, всадили, да? Ну, сейчас вот ставлю еще одну, и реально будет десятка.
что уже подряпанное все. Вроде новая стоянка, уже все подертое и так далее. Так, это выходит, десятку потратили, то есть нам нужна еще двадцатка, да? Чтобы покончить с этим. То есть 5, 10, 15 и там 20. Да, двадцаточка. Но потихоньку заполняется. Потихоньку реально заполняется. $489. Да уж. Денег у нас, конечно, маловато. Ну ничего, парковка растет. Оп. Один раз перекрутилась. Ну, просто на следующую машину. А, ну так тут может и работать, знаете, как типа не полный оборот делает, а влево или вправо, в зависимости от того, какая тачка. И все. Все просто. Наверное. Не знаю. Блин, $720. Денег нет. Ну, видно, что этот прибежал. А хотя нет, вряд ли в 19.55 у нас пересменка. Просто сказать, что сотрудник поменялся, поэтому бабки сняли. Но походу нет. Но потихоньку пользуется спросом. Заезжает, конечно, стрёмно очень. Но работает. Давайте включайте свет мне уже. Вон уже даже неоновые вывески загорелись. В кинотеатре. А у нас нифига не светит. Ну ё-моё. А во сколько, в 9 включат или во сколько? Или в 10? Ага. В 9, короче. Смотрите, в 9 прибежал. То есть в 9 вечера прибегает гопник, а в 4 вечера прибегает бомж. Но вот завтра мы сможем посмотреть, ну в смысле в серии сегодня, но в игре завтра. Сможем посмотреть, во сколько придет бомж. Придет он в 16 часов или не придет в 16 часов. Вот это мне прям очень сильно меня это интересует. Механизм странный. Здесь более длинная эта фигня. Там более короткая. Куда вращается, походу сдвигается или хз. А, типа два круга эти крутятся, эта фигня как на цепи по кругу вращается. Понятно теперь все. То смотрю, думаю, нифига там длина должна быть. Так, что там, никто не пришел хоть? Надеюсь. Бомж, кстати, насколько я помню, раньше приходил ночью. Сейчас, по-моему, ночью он нифига не приходит. Может, это от уровня, конечно, зависит. Но в последнее время, по-моему, он ночью не заявляется. Так, у нас есть бабки на еще одно улучшение. Поньк, готово. Блин, а потом еще по пятерке улучшать. Но зато парковка реально будет большая. Главное хотя бы весь ряд заполнить. Было бы уже круто. Чтобы можно было нормально косить.
Так, ну это выходит еще нам сколько? 6-7 штучек. Ну, сейчас под утро точно мы одну сделаем. Может даже две. Дальше будет видно. I've got to keep an eye on business. Так, две машины уезжают. Ну, парковка, если честно, ну, она пустая. Вообще мало машин. Очень мало машин. Вот эти все машины можно сюда переставить, вот тут будет пусто. Может, конечно, потому что охранника у нас нет. Может, охранник нужен чисто для престижа, что он вот присутствует. Неважно то, что тут крадут, ломают, но просто его присутствие, так сказать. Может, это важно? Давайте, наверное, тогда сейчас еще одну секцию поставим и наймем обратно охранника, просто вот для поддержания рейтинга. То вдруг... А, и тут получается, кстати, вот смотрите, еще по поводу расходов. То есть, если там мы можем поставить навес за полторушку на два места, то есть, итого уже трешка. Трешка и 600, 3600 на два места. А тут получается за трешечку. То есть, уже выгодней, если брать с навесом. Вот сколько там бабок это приносит, неизвестно. А если улучшение там будет? Типа, за трешку стоило на 5, на 3 машины, может, за пятерку будет на 5 машин? А если будет на 5 машин, это нифига себе. 5 машин. Это очень дорого. Ой, в смысле, недорого, это очень хороший доход. 5 машин. И тогда у нас та стоянка реально будет работать, как вот эти вот две. По доходу. Невидимка какой-то ходит. Просто кроссовки идут, а человека нет. Так, 1700. Блин, реально мало машин. Давайте 2,5 и нанимаем охранника. Да и уборщика можно будет нанять. Как бы 6 секций, это уже прилично, по 3 машины. I've got to keep an eye on business. Так, на пересменочку пришел, вижу. Одна машина уезжает. Ну, никто пока что уезжать не хочет. Движуха большая здесь. Но уезжать пока что никто не планирует. С нашей парковки. Вот Аудюха поехала, хорошо. Так, ну, я думаю, сейчас можно посмотреть наличие бомжей. Идти сразу делать улучшение. Ах ты собака, во как я. Ну, я даже не знаю, 2.20 по факту. Это странное время, 2.20. Так, сколько нам всего денег нужно? 400, 300, 700 и 200, 900. 900 денег. Так, окей. Тут все есть, все есть. Идем тогда нанимать сейчас обратно охранника, уборщика. И весь зоопарк. Только нужно 900 баксов. Нужно, чтобы кто-то один выехал у меня. Так, работники. До 10 утра. А 2 часа уже было, да? Да, до 10 еще времени куча. Ну, тогда нанимаем. Итого 900, 2700 расход на них будет у меня в сутки. 2700 в сутки. А за раз 900. Ну и все, пусть охранник ходит, охраняет, уборщик ходит, убирает. Но если сейчас уборщик будет жестко убирать, я тогда сделаю поменьше ему работы.
типа там две смены или одну смену. Пока что. Потому что иногда этих, знаете, вот 400 баксов этих как раз таки не хватает на улучшение нашего бизнеса. Так, придут они через 6 часов. Гопник вроде недавно приходил, поэтому не должен. Бомж, хз. Не знаю. А сейчас будет и чистота. Охраны чуть больше. Блин, прям одинаковые машины стоят. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 одинаковых машин. И заборы нужно будет еще кучу целую прикупить. Но то уже потом. Ой, нифига тут нагружено, смотрите сколько. Машин-то прилично здесь паркуется, это приоритетная фигня какая-то выходит. Реально они приоритетно здесь ставят. Может там более какая-то длительная парковка, потом они такие выезжают и 400 баксов отваливают. За стояночку. Ну что? 200 баксов кто-то принесет мне? О! Фольц. И еще вон одна тачка. Отлично, можно идти ставить. С дальней, наверное, начну сразу. Блин, ну 2600. Фиг с ним, я ставлю. Все. Теперь нам нужно, чтобы сейчас до 10. Еще за 4 часа, чтобы заработалось у нас 400 баксов. Успеет, не успеет, не знаю, но время идет достаточно быстро. Одна машина, вторая машина. Так, ну две машины поехало, вон еще одну кто-то забирает. Или ставит. Забирает. Замечательно, 700. Короче, бабки сейчас будут у нас. Бабки сейчас будут. Потому что все проставлено у нас, правильно? Все четко? Ну-ка, работники, да, все активно, замечательно. 890, еще одну, пожалуйста. Пригоните мне. Вон одна выезжает, замечательно. А, не одна выезжает. Сразу несколько выезжает, офигеть. Нет, одна паркуется. Чё там наши эти бомжи? Не видно. Но денежка идет. Так, еще 5 штук осталось. 5 штук. Это у нас 5, 10... 12,5. Это у нас 12,5 выходит. Так, 2200. Сейчас у нас как раз будет 100% хватать. И пойдет пересменка, и сразу раз, и денег нет. I've got to keep an eye on business. Мусора 192. Ужас какой-то. Так, полторы минуты.
То есть у нас 1 час 1 минута. Итого, то есть 2 суток, вот у нас 48 минут. Типа, да? Или как выходит здесь? Может, конечно, время немножко быстрее идет. Две семьсот, блин. Ну ничего, сейчас реально будет пересменка, нам хватит на одну. Нам на одну хватит. Но пока что не заказываю. Трешечка. Так, это если 2,5, это должно быть 3,400, да? Да, 3,400 должно быть. Чтоб нам хватило. О! Нифига, у нас бабок стало меньше. Что, сняли уже, что ли, или что? 2200. Что-то мне казалось, у нас было там 2,5 или что-то такое. Активно, активно, активно. Да, отработало уже, значит. Заранее, за полчаса отработало. Ты смотри, думаю, что-то как-то странно, бабки улетели. Мусора 208. Сейчас посмотрим, как у нас уборщик будет дубасить. Через 5 секунд. Ну, кстати, 2500. Все пришли, денег хватает. Сейчас иду проверю, чтоб наверняка. Так, пересменка во сколько? В 18.00, в 6 вечера. До 6 вечера заработаем, это 8 часов целых. Так, проверим бомжей. Ну, вроде все ок. Наверное. Идем еще одну ставить. Карусельку. О, мусор сразу в минус полетел. Замечательно. Десятка нам осталась. Десяточка и все. И будет полная парковка. Но нужно в идеале, конечно, еще хоть одну за пятерку сделать, чтобы посмотреть, что же там будет за пятерку. Будет 5 мест или 4 места, или сколько там мест будет, неизвестно. Наверное, 5. I've got to keep an eye on business. Никого не видно. Но парковка пустая. Меня это нифига не устраивает. Может, они просто все паркуются именно там, поэтому здесь пусто. Но она реально какая-то... Посещаемость не очень у нас. А может, они просто на этом уровне хотят себе навесик там для машины, чтобы машина под навесиком стояла. Так, уборщик шпарит, но что-то мусора меньше не становится. Он носится как охранник. Мусора много. Значит, наверное, всю смену будут разгребать. Но, кстати, прикольно то, что смены выходит, что хватает. Разгребсти все за сутки. Судя по всему. Куда он бежит? Я что-то не совсем понял, что он сейчас делал. Мусор становится больше. Не, собирает понемногу. А туда сходить не? Не вариант? Капец. Ну ладно, посмотрим. Может, у него лимит какой-то на сбор мусора за смену. Так у меня, походу, гадят больше, чем его лимиты. Слушай, он реально обратно... А ты туда не думаешь сбегать, на ту сторону? Вон там мусора валом сколько. Бутылок миллиард просто. Что ты носишься-то только здесь? Ну сейчас реально обратно сюда же пойдет, смотрите. А ты не мог сразу подойти? Сейчас обратно побежит. Нет? Блин, он странный. Он реально странный. Ах ты собака, где охранник? Первый раз в жизни словил кого-то. Офигеть. Шампанское пора открывать. Так, ну за 5 часов, я думаю, мы успеем заработать сколько? Сколько-то?
Поэтому нужно покупать еще одну карусельку. Обновить. Есть. Так, 4,5 часа у нас осталось на время ЗПшки. А, он, смотри, добежал сюда, удивительно. Вот, и, соответственно, что? 900 мы уже набрали. Замечательно. То есть на ЗПшку у нас бабки есть. Слушай, он, походу, реально не вывозит. То есть ему нужно помочь все собрать, и дальше он, наверное, начнет вывозить мусор весь. Сборку эту все. Потому что, ну, я смотрю, его как-то меньше не становится мусора. Его по-прежнему много. Не, он уменьшается, но еле-еле. В самом начале он нормально так дал жару. Поубирал. Но то, наверное, просто везде там по две, по три лежало, он хлоп-хлоп-хлоп пособирал и все. Футболист какой-то. Что-то новенькое. Так, через 3,5 часа ЗПшка. Нам еще нужно потратить 7,5. Может ему помочь? Одним мешком чисто помочь. Ой, зараза. Ладно, больше помогать не буду, как раз у меня мешок чистый и пустой. Пусть дальше сам теперь как-то. Так, это ж через час, по идее, должен прийти бомж, если он в 16 часов будет, да, или во сколько мы там смотрели? В 16 он должен быть? Или нет? Нужно чекнуть. Припрется он в это время или нет? Прям очень интересно. Полчасика осталось. 16, да, было расчетное время? Или 9? Ой, 16. 18. Блин, я не помню. 18. Или 16. Это было... Нет, хотел сказать, во время пересменки, то во время включения света в 21 приходил школьник, а бомж... Вот или в 16 он был... Или в 18 был. Но явно не в 9, потому что в 9 свет включали, и тогда приходил школьник. Прикиньте, я бомжа сейчас выглядываю, а он где-то уже колесо там крутит. Я думал, это ТПшка, нет? Походу нет. Так, но бомжа не видно. Может, его прогнал охранник уже? Не знаю. Так, мусора, кстати, становится потихоньку меньше, но хотя я немножко ж помог нашему уборщику. О, 2800. А, сейчас время ЗПшки будет, точно, я уже забыл. Или было? Так, подожди, а ЗПшка в 16 или 18, 18, да? Да, ЗПшка 18, значит, через одну минуту будет ЗПшка. Не, бомжа нет. I've got to keep an eye on business. Да блин, а где он есть? Где-то скоро должен прийти. Так, это сколько? 3400 должно быть у нас. Чтобы мы могли сделать улучшение. У нас пока что 3200. Я думаю, так делать нельзя, да? Вот так вот стоя сверху, потому что мы, наверное, лаганем как-нибудь. Кстати, отличное место. Видно все хорошо. Хоть бери просто и одну не делай. А можно колеса поскручивать, а потом повесить на бомжа все? Или нет? Так, 2376. По-моему, у нас денег стало меньше, и, скорее всего, смена отработала. По поводу ЗПшки. Но мы сейчас дождемся времени нужного, а потом будем делать заказ. Ну, хотя сейчас и денег нет на заказ. Поэтому в любом случае мы ждем. 18.00. Ну, мусора, кстати, 32 уже. Потихонечку выгребает. Слушайте, блин, ну выходит так, что за сутки
Выгребсти ему нужно почти весь день. Потому что реально выходит много. Так. Школьник бежит. Доловить, а то сейчас охранник фиг успеет. Норм. Так, идем делать улучшение. Надеюсь, бомж еще не прибежит сразу за ним. Будет не очень приятно. Еще 5 кусков. Блин, ну так-то выходит, что если мы сейчас еще пятерку заработаем, это мы заработали за сегодня... Сколько мы заработали? 25 потратили на парковки. 3 на место. Да, 3? 3, по-моему. Но так-то много. То есть 28. И сейчас еще пятерик всадим. Смотри, пересменка только была, а мы, у нас уже деньги есть еще на одну. Давайте заказывать. Сейчас будет последнее. То есть того 33 косаря будет за серию. Много. Реально много. А когда у нас будет улучшение, еще больше. То денег мы заработаем, даже не представляю сколько. Так, бомжа по-прежнему нет. Но 2500, и все будут счастливы. Так, надо посмотреть, во сколько смена заканчивается. Это в 2 ночи, да? Или во сколько? Так. Да. В 2 ночи. Или нет? Я не туда посмотрел, а вниз посмотрел. Да, до 2 ночи. С 18 до 2.00. Ну и хорошо. Это хорошо. Значит, если все так, то, возможно, мы до этого времени успеем еще одно улучшение сделать, если машин будет достаточно или нет, как думаете? Но одно место осталось. Но мне бы было бы интересно еще поставить одну за пятерку, просто посмотреть, что оно будет, как оно будет смотреться. Или потом уже. Сколько, кстати, у нас мест? Ну-ка, я сейчас даже скалькулирую, так сказать. Так, 22 на каждой. Итого 44 места на этих двух парковках. А здесь у нас 6 мест. А, 6 в рядке. 12 умножить на 3. Тут 36 плюс 44, да, было или сколько? 80 машин помещается в данный момент у нас. Максимум 80 машин влазит. По-моему, вполне неплохо. Хорошая цифра. 80 тачек. И, наверное, теоретически мы можем улучшить это количество, увеличить до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, еще на 2, 4. Короче, на 104 машины в теории, наверное. Но только потратив пятерку, мы сможем узнать, какая же там реальная цифра. 5 мест. А может, 4 места станет. Но четвертое место за пятерку звучит как-то не сильно интересно, если честно. Но вот два места за пятерку сверху, как бы, ну, можно потратить. Так, ну 2600. Мне нужно 3400, чтобы было. Поэтому я пока что жду. Я пока что жду. I've got to keep an eye on business. Блин, ну 3400 за 2,5 часа точно будет. А, за 3,5 даже. Я иду улучшать. Надеюсь, будет. Самое будет неприятное, если у нас уволится кондуктор. Тот человек, который нам все бабки делает. Так, мне нужно, чтобы одна машина свалила на 161 доллар. Срочно. Людей вообще нет никого. Вообще никого нет. Не, вон кто-то машину
Не знаю, забирает или ставит. Забирает. Замечательно. Времени не так уж и много осталось. Буквально чуть-чуть. Ну-ка, смотрим. Видите, он, получается, заранее открыл сразу. Он, то есть он чекает, что там уже машина выехала, он уже сразу открывает. Бомжа нет. Наверное, наш мент прогнал его. Однажды. Так, еще нужно 38 центов за 2 часа заработать. Нужна одна любая машина. Замечательно. Фольц подойдет. Просто, чтобы у нас было на ЗП-шку, чтобы никто не ушел с работы. Можно безопасность попробовать поднять. И понадеяться, что это нам даст бабла. Смотрите, он, причем бомж приходит четко в ровное время. Вот, пожалуйста. В полночь прибежал. Кстати, бабки есть уже на ЗП-шку. Отлично. Ну что, ждем тогда дополнительной пятерки сверху. Блин, ну парковка пустая. Вот это мне не нравится. Вот она реально просто тупо пустая. Может реально все слить на забор? Давайте на забор все сольем. Я думаю, от этого пусто. Недостаточная безопасность территории. Наверное, поэтому. Поэтому парковка пока что подождет. Так, а пересменка... А, подожди, надо же подождать пересменку, а потом уже тратить на забор. Я забыл уже про это. Но секций много придется брать. Очень много. Так, потихоньку начали машину уезжать в час ночи. Так, по-моему, все уже отработали за час заранее или нет? Да, отработали. Но я двух дождусь, чтобы наверняка. Да, все массово просто в час ночи начинают все массово куда-то ехать. Прикольно. Так, ну сейчас тогда, наверное, полторуху сразу всажу. 15 заборов. Почему нет? Все. 2 часа ночи отработало. Так, 15 заборов тогда. Будем пытаться выехать на безопасности. Просто в том плане, что не то, что у нас там доход станет выше, а просто от безопасности я рассчитываю на то, что у нас будет больше клиентов. Соответственно, будет больше доход. Потому что на парковке реально вот мы перешли на 4-й левел, открыли там парковку и все. Тут стало просто пусто. Никого нафиг нет. Дикий запад, просто перекати поле катается. Тупо никого нет. Парковки пустые. Мне нужно, чтобы она была забитая вся. Где там наш этот грузовик? О, приехал. Начнут ставить с самого конца и ближе. Почему? Потому что, как обычно, вы знаете все прекрасно, что эти бомжи начнут нам забор ломать. Забор начнут ломать, мы можем этого не заметить. Поэтому сейчас туда пойду, начну ставить, и оттуда уже будем отталкиваться. Ну, одну секцию, наверное, оставлю, чтобы посчитать, сколько нам остается. Конечно же, куда без этого. Так, забор. Отлично. Почему-то здесь не нужен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 секций нужно купить. Косарь баксов и все. И забор будет полный. Только безопасность все равно у нас низкая. Возможно, нужен забор посерьезнее, что ли.
Или я не знаю, что там еще влияет. Я не помню. Но мы на четвертом левеле, помню, по-моему, уже более заряженный забор ставили, а мы сейчас пока что все еще эту рабицу дубасим. Ну, хоть что-то. Зато, как минимум, территория будет закрыта. Полностью. Слушайте, а может оно просто продается? Может тут не будет второго этажа, оно просто так для вида? О, косарь 300. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Заказать. Замечательно. Так, парковка. Ну да, смотрите, офис тут. Сайдволк. Ну типа ходить. То есть вряд ли у нас будет тут этаж второй. Мы, получается, компенсируем второй этаж вот этими многоярусными парковками. Так, приехала доставка. Все, теперь можно ждать пятерик баксов. Но хотя уже 4 утра деньги не идут, поэтому вряд ли они будут. Все разъехались раньше. Вот, и тогда тратить уже на парковку. Ну, 10, хорошо. Я думал, будет больше. Ну, так раз и все. Так, что у нас здесь? Никто ничего не нарисовал, не снял, не разбил? Удивительно. Так, пойду оттуда ставить. Но на освещение нам нужно еще 5 косарей. Потому что темно капец. Все. Заборы все стоят. Безопасность на достаточно высоком уровне. Парковка по-прежнему пустая. Что за бизнес? Тварюка! Ага, забор мне чуть не сломал. Они что ломаются одинаково, я это хорошо помню. Что-то заборы без толку от них. Просто так притормаживают и все. Охранник-то все равно медленнее, чем они забор ломают. Так, ну, 6 утра наступает. И я думаю, что в целом, хоть немного, но с работой мы справились. Так что, народ, думаю, что на этом закончим. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фрэш. И всем пока-пока.